я все изменю, вообще всю свою жизнь, потому что я встретил Асю. Конечно, Ася привыкла к жизни, которую я, будучи скромным художником, дать ей не смогу. И вот я решил открыть свой ресторан, собственный бизнес. Жить одним дыханием со своей страной. Будь что будет, но я не отступлюсь. Ну а коль ты православный, в жизни правду искать станешь. Сражаться станешь с врагами веры нашей и Отечества. Скажите, вы коррупционер? Нет, я взяток не беру. Это очень хорошо. Прогореть, как нечего делать. А опыта у тебя ноль. Я сожалею, ваша деятельность незаконна. Что мне делать теперь? 200. Это же грабеж. Вымогательство. Вот мне просто интересно, а ты откуда бабло-то нарыл? Старушка какой-нибудь уделал. Коррупция! Вот бич нашего общества! Он как ржавчина разъедает нашу родину и тормозит прогресс! Это акция в новый налоговый год без долгов! Ты, Святослав, нравишься мне все меньше и меньше. Это потому, что вы меня еще не знаете. А узнаете получше, обязательно полюбите. Мама. Какой вы все-таки необычный человек. О! Ася, зайчонок. Можно познать Вселенную, но так никогда и не узнаешь до конца, кто ты сам. Вы думаете, вы все здесь новые, что ничего не было до вас? Что типа вы пришли и все изменилось? Ошибаетесь. Все как было, так и есть по-старому. Что это? Каменный.